Дома Доймот, Амучи Чайлалек. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в нашей очередной передаче «Кто вы, Юкагира?» у нас встреча с Макаром Семеновичем Куриловым, нашим юкагирским мелодистом и общественным деятелем. Здравствуйте, Амучи Чайлалек, Макар Семенович. Амучи Чайлалек. Макар Семенович, вот мы уже несколько лет с вами не встречались, но за это время произошли определенные такие события, несколько очень важных в вашей жизни. Ну, самое главное, наверное, то, что вы теперь уже постоянно живете в городе Якутске. И вот есть определенные достижения в вашем творчестве. Ну, за несколько лет, вдруг вот последние 2-3 года, уже у вас появился свой псевдоним Явун Каде. Может быть, скажете вот о том, как появился этот ваш псевдоним, почему взяли именно его и что он означает? Как-то подошел режиссер документальных фильмов Иван Юрьевич Кривогорница и спросил: вот я хочу снимать документальный фильм, и как бы выбрал героем меня и спросил: у тебя есть псевдоним? Я говорю: нету. Ну, сейчас это нужно. Говорит: ну, я сразу как-то мне пришло на ум это Явун Каде. Это с юкагирского на русский перевести — путник. Ну, я так думаю, что я по жизни как бы путник. А путник — это в чем, в каком значении? Вот, что вы еще не нашли своего пристанища, или вы еще в поиске чего-то? Да, думаю, что человек, если он творческий еще к тому же, всегда находится в поиске. И я до сих пор нахожусь как бы в таком поиске именно, например, в музыкальном таком стиле. Вот хочу найти такой стиль, где бы мои песни позвучали по-другому, в то же время как-то были близки к истокам. Это в творчестве, а в жизни вот какой ваша вот цель? В жизни мне хочется, чтобы наш юкагирский язык его считают как бы уходящим, да? Хочется, чтобы он, этот язык, дальше шел нести со временем в ногу как-то. И наши традиции, обычаи не уходили в забвение. И при помощи, например, музыки, вот в таком плане они оставались. Вот вы сейчас говорите о проблеме юкагирского языка. А вот, ну, вы хороший сам носитель, знаток языка. Но ведь ваш путь именно к пропаганде языка ведь тоже был непростой. Я ведь помню времена, когда вы в основном даже говорили на чукотском языке. Да, я как бы вырос именно в чукотской среде, поэтому я, ну, очень хорошо, ну, хорошо владею этим языком, чукотским именно. И, знаете, да, был такой момент, когда, ну, потому что я в чукотской среде все время находился, и как бы начал как будто утрачивать вот эту... Юкагирский язык, да. Меньше общались. Да, меньше общались. Родители ушли, много наших юкагиров, именно колымских, с которыми были, тоже уходили. И, знаете, вот именно сестры Варвара Ильинична, Матрена Ильинична,
Вот они как бы дали толчок, говорят, Макар, надо возвращаться именно на ту дорогу, которую вот мы идем, Юкагиры. Напомню зрителям о том, что и творчество Макара Семеновича, кстати, начиналось не с юкагирского языка. Я вот помню, что первые, то есть большинство ваших первых песен, то есть вот, ну, так сказать, начального периода вашего творчества, было связано в основном с русским даже языком, на русском языке. А вот как вот происходило ваше возвращение, в том числе в творчестве, к юкагирскому языку? Ну или не возвращение, а может быть приход к родному языку? Ну да, все началось в школе. Тогда очень, в наше время было очень модно. Ну, мы на этом выросли, на песнях Владимира Высоцкого, Акуджавы, гитарные именно песни. И такая волна была, вокально-инструментальные ансамбли. У нас в школе, например, в каждом классе были свои вокально-инструментальные ансамбли. Вот это на этой волне и начал играть, и мне вдруг начали приходить, ну, стихи как-то, да, которых я все они на песни делал. Ну, выступал вот этом Дом культуры в Сельском. А потом, когда уже на пенсию вышел, вот как вы говорите, когда это именно произошло, скорее всего, это недавно произошло, конечно, когда решил заняться вот именно с молодежью, с детьми, когда хотелось, чтобы на родном языке они пели, танцевали, вот. И тогда вот уже начал пересматривать это все свое. И начал потихоньку писать. Ну, конечно, в этом мне помог в первую очередь Николай Николаевич Курилов. Да, каким образом? Ну, вышло так, что свои на юкагирском языке песни, стихи я ему дал. Он почитал, говорит, поправляет, он поправил, редактировал, короче, вот так, не так. И мне хочется, чтобы дети пели, да? И у него в книгах начал, у него уже выпущенных, выбирать именно по... Тогда-то, ближе к детям такие. Да, тогда-то еще вот искал такие вот именно простенькие, чтобы дети быстро схватывали это. И, конечно, вот в таком темпе, вот раз, два, три, четыре, раз, два, три, потому что так быстрее не хватает. И вот так началось. Когда-то вот я разговаривал с одним человеком, но это было давно уже, и он говорил, ну, у Макара Семеновича песни, они же больше современные, не национальные. Вот он как-то так говорил. Вот, а как вот вы на это что ответите? Правильно. Потому что я же пошел именно для вот детей. От бардовской песни, да? Ну, начинал-то, конечно, с бардовской песни. Вот. А с детьми я именно современный, вот я уже говорил, раз, два, три, четыре. Наши предки, конечно, так не пели. И уже говорил, что это быстрее молодежи, особенно детьми, быстро схватывается, быстрее. Поэтому именно в таком направлении шел, чтобы именно молодежь быстрее схватывала. Да? Им же неинтересно, например, как вот чисто такие. То есть, а традиционно они более заунывные, более такие
как скажем, плато? Ну, знаете, трудно, не трудно, просто наши традиционные песни, это их понятно, да? Кадерлеметен лугумуен, сукун молгалпа анна иллепе, кочегени, морханлеметитепе, элмаринга, элпеттестерла дедя, маннанобе. Вот даже научно доказано, что вот эти сочетания каких-то букв, да, вот, например, поет ауи, она действует очень положительно вот на организм, на состояние организма. Вот, это уже доказано. Такие. Ну, и традиционный ритм, наверное, он больше, наверное, соответствовал и образу жизни. Вот. Да, и, наверное, так и оно и есть. Вот, например, на оленях же ездили, и вот там каюр как-то время, чтобы укоротить, ну, длинную дорогу немножко, он начинал, как вот говорили, то, что вижу, про то и пою, да. В наше время уже как-то так отходил, но у нас вот были дедушки, бабушки, да. Вот помню очень хорошо, он чукча, Атох Николай, старик был такой. И мы его, он нам сказки, предания рассказывал. Вот по молодости мы не сохранили, хотя бы не записали, вот, да. Тогда, ну, тогда этому вот как-то не придавали значения. Да, вот, не придавали значения. Вот. Сейчас вот все думаешь, вот нас вспоминаешь, иногда не получается. Вот там у него действительно такие были сказания, где герои поют. Но у вас сейчас, вот я когда вот слежу за вашими песнями, тогда ли вот появились уже такие песни, в том числе, которые я могу назвать вот именно этническими, национальными, именно основаны на традиции. И их вроде бы достаточно много сейчас стало. Ну да, в этом именно помогает вот стихи вот Николая Николаевича. В последнее время вот говорил Николаевича, я перешел на именно говорил Николаевича вот такие слова, которые невозможны, если Николай Николаевич, например, выбирал, и там я мог с ним позвонить, спросить, я могу заменить вот так, так-то. В таком плане. А Гаврила Николаевича, знаете, он все-таки для нас как такой человек, который мнение его, ну, аксакал наш, да. Очень важно. Да, не хочется его переделывать. Все там, все на своих местах стоит. И вот и начинаю думать, как мог петь, например, Юкагир там, в тундре, сидя возле костра, именно вот эти слова. Вот, и, конечно, ну, общался, конечно, вот с сетно певцами и слушал музыки. Вот они там, например, вставляют такие именно национальные что-то. Традиционные. Да. И я начал тоже пробовать, и сейчас пробую. Вот песни поют, потом там раз вставил эту, например, такие
традиционные. Как-то, чтоб они в гармонии создавались. Угу. Вот. Я к чему это говорю ведь еще. Скажем так, фольклор юкагиров Нижней Колымы, который нам известен, он больше записан вот в Алазейской тундре, в Андрюшкино. И я всегда, вот когда-то в свое время, всегда вот немножко сокрушался, что практически мало записей сделано в Колымском. Вот вы как представитель села Колымское, я тоже говорил, что там есть достаточное количество носителей, было, по крайней мере, и так далее, что это своеобразная тоже культура, и она фактически оказалась не зафиксирована. Но вот я надеюсь, что с вашей помощью, может быть, вот эти какие-то, я уж не говорю обо всем фольклоре, да, но об остатках, как памяти какой-то, чтобы оно вот как-то, может быть, себя проявило вот в вашем творчестве. Потому что это ведь тоже неотъемлемая часть огромной палитры, в том числе и юкагирской культуры, которая вот оказалась вдруг незафиксированной, которая сейчас, к сожалению, уходит. Вот, знаете, да, действительно, это раньше так было, например, за рубежа приезжают, да, вот именно там съемки или вот диктофоном раньше ездили, и именно в Андрюшкино летели. Как бы нас колымских юкагиров как бы все время в сторонке были. И вот я тогда начал задаваться вопросом. Вот Владимир Ильич, помните, Курил, был? Курил, да, Курил, вот, мой двоюродный брат, он преподавал юкагирский язык в Колымской средней школе. Говорит, вот он классно был, владел. Хорошо владел. Да, очень хорошо владел. И вот он говорит, знаешь, мы так когда разговаривали, все-таки у юкагиров язык тоже отличается. Именно, например, тундринных юкагиров. Варвара Ильинична тоже говорила вот. У нас род совсем другие, значит, по родам тоже были какие-то отличия. Например, Владя говорил, вот 10, число 10. Угу. Говорят, куниль, а он говорит, а мы говорим, кунили. Угу. Вот. То есть уже вот, окончание. Да, вот такие тоже различия были. Ну, хотя. Основного-то есть, но по-другому. Ну, я еще думаю, здесь, знаете, в чем особенность-то, наверное, была, да? Вот это моя убежденность уже как историка и этнографа, который вот в том числе изучал, не знаю, вот расселение юкагирских родов, что в Колымском смешались два юкагирских рода. С одной стороны, это вот алазейские, тундренные, а с другой стороны, там были свои паричане. Колымские юкагиры, скорее всего, ближе даже к лесным юкагирам. И в свое время, когда вот было поселкование в 30-х годах, так получилось, что они, скорее всего, произошло смешение. Конечно, лесные к этому моменту уже в основном потеряли свою основу, поэтому больше перешли сразу практически на тундру. Но какое-то влияние, воздействие на формирование уже, вот скажем так, колымского юкагирского, да, они оказали. Вот. Я все-таки в этом уверен, но это вот больше мое предположение, вот чисто как бы научное, да, но я придумаю, что вот и в своих культурных, и в таких вот фольклорных остатках, мне кажется, вот эти вот следы, я более чем уверен, можно обнаружить. Да, вот я вот сейчас, как бы у меня проект есть, ну, свой, я хочу вот именно снимать тоже, да, и фильм какой-то такой, где бы на родном языке только говорилось, а я потом просто сочетри ставлю, чтобы юкагирская речь звучала. Звучала. Да, и даже я слышал, что, вот как вы говорили, есть алазейские, то есть в основном-то жили по речке вот Лабудмудану, угу. Луро,
большая, малая. А еще были юкагиры, как мне, вот, например, Варвара Ильинична говорила, которые жили вот по Колыме. Именно вот Канзабой, вот там у них было, она говорила. Вот ихний отец, мать-то со стороны Андрушкина, то есть, а отец, он вот именно оттуда, и вот, кстати, Грулин Иннокентий Яковлевич, тоже они колымские. Вот, поэтому Андрушкины их почти что не знают. Откуда они там такие, как-то так звучало один раз. Сейчас вы работаете над своим альбомом. Вот можете немного рассказать, вот, о чем будут эти песни? Это совсем новые или там вы включаете некоторые старые песни? Вот ваше видение. Да, сейчас вот почти что закончил вот эту работу над альбомом. Нет, там будет и старые песни, и новые. И вот сейчас вот конкретно вот занимаюсь вот именно вот, которые я говорил, где современные гармонии с именно с традиционными. Да. Вот такая возможность появилась и вот благодаря вот фонду Дархадана, да? Да, и поддержки алмазной компании нашей «Алроса». Да, вот. Вот очень, это очень классно. И у меня нету альбома, не было. Угу. И сейчас вот... А это будет первый альбом ваш? Да, первый альбом будет. Но он будет такой, все собранное вместе. Ну, там немного песен, 15, наверное, будет. А как нам вернуть родной язык? Мы сами, наверное, навряд ли. Вот. У нас, знаете, я скажу свое мнение. Да? У нас вот именно коренных народов нет такой сплоченности. Не вижу я. Когда, если народ сплочен, тогда, да, что-то будет. А когда... Ну, эта жизнь тоже так... Ну, наша-то вот... Именно тех людей, которые... Старшее поколение, и которые владеют языком, вот хочется объединить. Вот я думаю, что именно вот, который, чем я сейчас занимаюсь... Я хочу как-то объединить, сплотить, и они навстречу идут, как-то давайте вот так сделаем, так сделаем. Вот. Ну, я думаю, что именно в этом направлении, наверное, и есть, наверное, главная ваша сейчас задача. Да. И будет ваш путь и видение, и, наверное, на этом пути тоже, конечно, если вы этого достигнете, это будет тоже шаг к тому, чтобы все-таки сохранять язык и культуру. Да. Спасибо большое, Макар Семенович. Спасибо, уважаемые зрители. Сегодня мы разговаривали с Макаром Семеновичем Куриловым, узнали немного, какие у него есть достижения, что сделано за последние годы, и немного поговорили о его планах на будущее. Спасибо за внимание. Илисимит Малле. Малле. Thank you.